дорогие друзья, я очень рад, что вы приехали все. Спасибо вам большое. Вы мои главные подарочки. Я хочу представить вашему вниманию мой любимый ансамбль, в котором я пою «Бочи Деричи», «Голоса ежиков». Это значит по-итальянски «Бочи Деричи». Мы ансамбль театра старинной музыки Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, ордена Красного Знамени, Трудового ордена Ленина, все это понятно, лучшего вуза страны и так далее. Просто репетирую защиту диплома, мне пригодится. Мы представили вам уникальную программу. Программу, которую мы, наверное, никогда не пели в таком вот именно составе. Практически половина произведений написана нашим художественным руководителем. Я считаю, гениальным композитором. В наше время в стране ему нет равных, во всяком случае, в его жанрах и стилях, это уж точно. Лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Московского музыкального театра Станиславского Владимировича Данченко Дмитрий Степанович. Анна Синченко с мамой, Ольга Хасянова и Синченко, Ольга Гора, Мила Кафизова Янки, Евгения Малеева, ваш покорный слуга. Ростислав Ярцев. Золотой юный период, чувство Родины, я чувствовал тогда себя поэтом. Три песни О. Так и называется, песни О, цикл из трех песен, на собственный текст. О красоте, о призвании, о родине. Очень длинный третий номер мы петь не будем, но два других, о призвании и о красоте, мы вам предлагаем. Пустое зерно раскололось, случайные дни утекли. Лишься ты.